Атакан. Древний магический артефакт, найденный при строительстве Петербурга на берегу Невы. Нам известно только одно изображение Атакана, и на карте твоего деда точно такой же знак. Существует старая легенда. Атакан – это злой камень, бывший жертвенный алтарь. И лабораторию построили под землей специально, чтобы изучать камень. И он сейчас там. Но я должна его найти. В память о дедушке. Нас никто не найдет. Мы заблудились. То есть мы сейчас идем по карте, которую нарисовал старик, которого полжизни пичкали транквилизаторами, так? Это еще более сумасшедший, чем твой дедушка. Шум какой-то, вы слышите? Будем его искать.